Прорубить информационное окно в Европу и донести правду о Крыме. Глава республики Сергей Аксенов провел встречу с депутатом Европарламента Янушем Корвин-Микки. Прибывшие вместе с ним из Польши делегаты намерены ознакомиться с положением дел в республике и пообщаться с жителями. Обо всем увиденном и услышанном они готовы рассказать всему миру. Начало этим дружественным отношениям было положено еще несколько лет назад. Януш Корвин-Микки – один из тех, кто с уважением отнесся к волеизъявлению крымчан на референдуме 16 марта 2014 года и критикует политику Киева и ЕС в отношении Российской Федерации. Теперь депутат Европарламента от Польши может лично убедиться – на полуострове все хорошо. Если Януш может своими глазами убедиться, увидите, что все в Крыму действительно сегодня стабильно, находится под контролем, и люди рады тому, что вернулись на историческую родину, никогда об этом не жалели. И мало того, я уверен, что и сегодня, вот даже после этой блокады особенно, что количество людей, которые правильно оценивают результаты референдума, все равно выросло. Но и так было там, близилось 100%. В Крыму уверяют, такие визиты нужны. Это помогает не только развивать международные отношения, но и доносить правдивую информацию о Крыме всем, в том числе жителям Европы. Уверен, что такие визиты депутатов Европарламента и наших коллег с Польши, которые хотят действительно укрепить наши отношения, то есть поставить их действительно в такое нормальное, ровное русло, справедливое, правдивое, это дорогого стоит. Я лично буду содействовать всегда визиту иностранных депутатов, делегатов. И уверен, что, еще раз говорю, мы всегда найдем возможность с Польшей построить такие контакты, которые позволят торговать, развивать отношения, укреплять их. Нам сегодня делить нечего. Наш президент четко и ясно настраивал всех на дружбу с западными странами. И первые впечатления от визита уже есть. Януш Корвин-Микки успел пообщаться с крымчанами. Увиденное и услышанное его впечатлило. На полуострове проживает множество национальностей, и все они мирно ладят. Об этом он непременно расскажет своим коллегам из Европарламента. Большинство довольны, что есть теперь Россия. Не потому, что они россияне. Они говорят так, что в России есть какая-то нормальная власть. Когда был Киев, там была ерунда. Все было нехорошо сделано. И тоже очень важно для них. Визит запланирован на несколько дней. Европарламентарий планирует отправиться в путешествие по Крыму. Он намерен всесторонне ознакомиться с достопримечательностями и историей многонационального полуострова. Ольга Савенко, Александр Тягнередно. Время новостей.